Всем здорово, бойцы! Продолжаем проходить Metal Gear Solid. Итак, для начала я скажу, что мне посоветовали почаще юзать, короче, тепловизор. Вот. Особенно вот с этими минами, короче, которые здесь. Вот у нас тут минное поле. Мы на одной подзорвались. И сказали, что сейчас впереди нас ждет очередной босс. Второй босс, короче, шаман. Шаман Рейвен, по-моему, или как-то так его зовут. Вот. И немножко сказали тактику боя, типа подбегать. Он будет на танке, что меня это очень пугает. Вот. И, короче... Так, тепловизор. Вот они, мины. Собирать мины, мне сказали, так ползком можно. Окей. И, короче, подбегать в упор к танку. Вот. Сначала используешь эми-гранаты, потом подбегаешь в упор к танку и пытаешься закидывать его гранатами. Не знаю, как это у нас получится, но давайте... Давайте испробуем. Так, погоди. Это все, что ли, у нас? Мины закончились? Это все минное поле, что ли? Все, что было. А вон, смотри, еще одна мина, да, похоже. Окей, еще одна мина. Ладно, похоже, минное поле закончилось. Но в принципе, если оно не закончилось, подзорвемся, то это будет наши проблемы. Вот. Окей, давайте сразу, наверное, выберем эми гранаты. Ох, я не знаю, как это будет происходить сейчас. Будем, наверное, мучиться. Это территория Рейвена. Змеям не место на Аляске. Я не позволю тебе пройти. Пошли ему сообщение. Нихера себе, нихеровое такое сообщение. Ух ты, видал, да? Я говорю, похлеще, чем матрица вообще. Правильно, твое место на земле. А, вулкан Рейвен. Ты должен ползать по земле, будто змея. Не шаман, а... Давай, сразимся. Давай, сразимся. Не шаман. Хотя, не знаю, в начале, помните, в начале игры его назвали шаманом. Не знаю. А так его вулкан Рейвен. Так, давайте посмотрим, где он находится-то вообще. Вон танк стоит. Так. Погоди, я... Как-то надо, чтобы попасть в него. Я же отсюда не докину. Фига он так недалеко кидает. Так, окей. Граната. Подбегаем в упор, мне сказали, да? Как-то и закидываем гранатами. Давай попробуем. Отлично вообще. Куда он уехал? Где он? Воу. Куда он уехал-то вообще? Где он находится? Вон он. Я его не вижу. О. Так, вроде на крышу закинул. Ой, он меня раздавил, короче. Он по мне проехал, вообще красавчик.
Погоди, я что-то не могу понять. Я вроде закидываю гранатами, а нифига не получается что-то. Странно. Я не могу закинуть гранату наверх. Как это сделать? Да блин, опять раздавил. Задолбал. Как это? Что он так как-то через жопу кидает эти гранаты? Я не могу понять. О, отлично, я убил. Смотри, 4 гранаты. Я убил чувака. Отлично. О, еще один? Да ладно. Еще один. Опять. Благо у нас есть паёк. Блин, опять не докинул. А, еще пулемет. Что ты будешь делать, а, твою мать? Раздавил, падла. Раздавил меня, ублюдок. Жесть, короче. Жесть. А что нам, по новой, что ли, эти мины обезвреживать? Нет, давайте, где мы сохранились. Оттуда, где сохранились. Окей. Попытка номер два. Где там? Эми гранаты. Я так понимаю, эми гранаты, то чтобы мы, короче, это. Чтоб он с пушки не стрелял. Я так понимаю. И она работает без разницы. Вот так вот на расстоянии она работает. Давай еще одну. Подбежать ближе. Так. А где гранаты? Ну, лови. Падла. Куда опять поехал-то? Куда опять поехал-то? Задрали. Да блин, задрал ты меня. Ждавить-то уже, а? Сколько можно-то? Лови. А где взрыв-то? О, отлично. Четко снял. Так, второй. Второй. Да блин, задрал. Да что ты будешь делать, а? Вот как тут? Вот. На, лови. Падла, падла. О, отлично. Да ладно, мы попали четко. Получилось. Отлично. Я думал, будет жестко вообще. Ну, хотя было нелегко, но был, я думал, было бы, должно было быть и жестче, я думаю. Ну, без ваших подсказок я бы сейчас тут долго очень думал. Босс, надеюсь, вы довольны. Карта у него. Мы поиграем с ним еще немного. Вам не стоит недооценивать его. Что ты думаешь о нем? Он такой, как вы и говорили. В битве он словно одержим демоном. Прямо как вы. Меньшего я и не ожидал. Видишь? Как я и говорил. Но я убью его. Итак, генерал Иван, я слышал, что он лишил вас руки, как и достоинства. Следи за языком, шаман. На языке племени Сиу, Сиу означает змея. Она известна как животное, которого следует бояться. Что ж, теперь Снейк мой. Когда мы встретимся в следующий раз, я окажу ему особый прием. Не сейчас.
Не убивай его пока. Он и я еще встретимся в битве. Все то же пророчество? Да. Ворон на моей голове жаждет его крови. Окей. Значит, мы еще и с ним встретимся. Раз он там пророчит. Так, смотри, у нас жизни восполнились, и такое ощущение, как будто шкала стала больше. Окей. Это даже как-то радует. Ладно, давай послушаем, что нам скажет Кэмпбелл. Кстати, я в прошлой серии, короче, там напутал немного. Мэрил — это племянница не Бейкера, а племянница Кэмпбелла, короче, нашего командира. Вот. Так что я немножко тут напутал. Снейк, ты должен спасти доктора Хэла Эмериха, инженера Метал Гира. Возможно, его держат в заключении на втором подвальном этаже хранилища боеголовок. А, и все, да? Окей, на втором этаже, да, сказали? Второй этаж, окей. Так, инструктор что нам скажет? Люди, прошедшие через войну и выжившие, развивают что-то вроде шестого чувства, говорящего им об опасности. Доверяй своим инстинктам. Окей. Так, Мэрил. Ты бесподобен, Снейк. Ты в одиночку справился с танком М1. Без проблем. Но спорю, что в симуляторе ВР, на котором тренировались ты, не было сценария, где ты оказываешься один на один с танком. Да, но и сценария, в котором бы мне пришлось работать с солдатом из спецотряда против группы террористов, там тоже не было. В реальной жизни события всегда развиваются вопреки твоим ожиданиям, особенно на поле боя. Я уже добралась до хранилища ядерных боеголовок. Похоже, доктор Эмерик все еще в норме, но я не уверен, надолго ли. Поспеши туда, хорошо? Окей. Да. С танком просто голыми руками, можно сказать, против танка. Это было просто эпично. Мэйлин. Мэйлин — это у нас сохранение, да, по-моему? Так, да, это сохранение. Понятно. Сохраняться не будем. Так, что нам скажет Наташа? Все, как сказал Бейкер, опасность, связанная с хранением радиоактивных веществ, возрастает. Видишь ли, для изготовления ядерного оружия необходимы три элемента. Радиоактивные материалы, инженеры-ядерщики и технология производства. Все три можно легко заполучить, используя как легальные, так и нелегальные методы, если у тебя достаточно денег. Отлично. Так, и глубокая глотка что нам скажет? Нет ответа. Окей. Пока нам, в принципе, ничего никто не хочет рассказывать нормально. Все говорят, что на втором этаже находится у нас ядерщик. Ядерщик-испытатель. Так, окей. Куда нам тут бежать? Смотри. Паёк. Отлично, паёк взяли. Тут какая-то, короче... Так, карту давай. Ладно. Здесь ничего не юзается. Мы, кстати, постучали, и там кто-то нам ответил что-то. Так что давайте сейчас быть аккуратными. Окей. Никаких лишних стен нету там. Так, погоди. В смысле? Я не понял. Что-то нажать здесь или... А где вход-то? Это выход на улицу, походу, да? Это выход на улицу. Я так полагаю. Да, это выход на улицу. Так, давайте здесь пособираем сейчас гранаты. Что еще тут у нас есть? Тут мы проползти сможем? Да, можем проползти. Смотри, паёк взяли. Отлично. Паёк, гранаты. Еще, наверное, гранаты. Окей.
Танк у нас тут разрушенный. Без врагов уже. Так, что еще где лежит? Есть что-нибудь еще? Вон, смотри, там что-то болтается. Какие-то ништяки. Так, окей, гранаты. Ну, понятно, это для поля боя, наверное, гранаты все. Если бы у нас закончилось, наверное. Так, погоди. Я видел две коробки. О. А, Эми граната. Понятно. Это такой тайничок, знаете, карманчик, куда можно было, наверное, заныкаться от танка. Ладно, допустим, окей. Так, а куда нам? Дальше. Там что-то ничего не открывается. Я не понял. Здесь ничего не открывается. Ну-ка, дай-ка я еще раз сейчас позвоню нашему Кэмпбеллу. Снейк, ты должен спасти доктора Хэлла Эмериха, инженера Метал Гира. Возможно, его держат в заключении на втором подвальном этаже хранилища боеголовок. Окей, я понял. А как мне туда попасть? И скажите мне на милость. А, тут дверь-то приоткрыта, во. Вон оно что. Окей, будь осторожен, ты не должен использовать здесь оружие. Я уже запрограммировал на машины, чтобы он не смог, полковник. Что? О чем ты говоришь? Ты забыл? Здесь хранятся ядерные боеголовки. Ты их не видишь? Да, здесь множество контейнеров, но во всех боеголовке? Да, это все разобранные боеголовки. Они просто оставили их здесь? Все так, как говорил президент Бейкер, очень безрассудно. У них был ограниченный бюджет, они хотели выглядеть хорошо в глазах СМИ, но перед тобой реальная картина. Наташа знает об этом гораздо больше, чем я. У всех этих боеголовок в контейнерах отсутствует механизм детонации, поэтому опасности взрыва нет. Но если боеголовки повредить, может произойти утечка плутония, а в таком случае возникнет серьезная проблема. Стейк, никогда не используй свое оружие на этом этаже. Окей, понятно, если будет утечка плутония, начнется радиация, и всем тогда будет крендец. О! Я пока тут разговаривал, короче. Меня. На, держи. Твою мать! Твою мать! Все сдохли, короче, твою мать. Окей. Погоди. Блин! Какая-то жесть, короче. Окей. Надо аккуратненько. Так, давай сохранимся. А то я сохранился в неудачный момент. Все, поползли. Так, ладно. Давай поюзаем здесь. Полутаем. Гранаты? Нет. Гранаты нет. Вот они, боеголовки. Боеголовочки. Да блин. Во-во-во-во-во-во-во-во. Там камера еще, смотри. По решеткам я просто пробежался, поэтому меня и застиг. Воу! Полная жесть. Прячься. А, утечка радиации началась, да? Блин, просто фейл на фейле какой-то. Жесть какая-то. Так, надо, короче, быть аккуратным. Аккуратным, как ниндзя.
По решеткам мы не бежим, короче. Так, тут граната. Так, ладно. Смотри, идет сюда, чувак. Там у них коробка какая-то. Есть. Есть коробка какая-то там. Ну давай, уходи. Так, окей. Так, Эми граната. Допустим. Надо быть очень осторожным. Так, камера. Тут что-то. Патроны. Отлично. Так, тут у нас ничего нет. Погодь, погодь. Куда он пойдет? Отлично. Это коробочка патроны. Коробочка с патронами, окей. Так, тут камера. Еще один чувак идет. Окей, нам надо наверх, я так полагаю, да? Ладно, допустим. Наверх. Окей. Да блин, твою мать, а! Чтоб тебя! Умри. О, полная жесть, что такая, вообще какая-то. Реально какой-то трэш. Так. Погоди. А того чувака, как мне того чувака-то избавиться? Здесь камера. Мне надо посмотреть путь, короче. Здесь есть еще какая-то... А, вот лестница, смотри. Тут еще одна лестница есть. Я понял. Окей. Значит... Погоди. Окей, он идет. Жесть. Так. За этим чуваком следуем. Аккуратненько. Так, надеюсь, он не повернется в мою сторону. Отлично. Отлично. Окей. О, камера, камера, камера. Аккуратненько, аккуратненько. Так, сохраняемся. Там лифт, короче, нам надо на лифт. Ладно. Камера не заметит нас? Нет. Камера не заметит. Опа! Тихо, тихо, тихо. В мою сторону только не иди. Я только путь продумал, блин. Отлично. Отлично. Заходим в лифт. Окей.
Так, на втором этаже, да, нам сказали. Ну, давайте, наверное, для начала поедем на первый, посмотрим, что там интересного на первом этаже. Так, окей. Давайте-ка взглянем, что у нас здесь имеется. Так, дверь третьего уровня. У нас как раз с третьего уровня здесь закрыто. Ладно. Там чувак ходит. Допустим. Кстати, на этом этаже можно использовать оружие, да? Я так понял. Опа. Погоди. Чувачок сыт. Твою мать. А, ты-то откуда взялся? Кусок говна. Полный пипец какой-то. Полный кобздец. Нет никого. Нет никого. Все, молодец. Все, молодец. И встал там такой, наверное, сыт. Жесть. Шел такой поссать, наверное, опять. Другой уже чувак. Так, ладно. Тут у нас дверь пятого уровня. Ладно, ее не открыть. Так, окей. Блин, там второй вышел. Всю нужду, наверное, свою сделал и вышел он. Так, ладно. Погоди, погоди, погоди. Отлично. Второй обоссался. Второй обоссался. Теперь надо как-то, не знаю, пройти. О, отлично. Отвернулись. Так, мне надо как-то, я не знаю. Как-то вырубить, что ли? Все закрыто, все закрыто. Так, он в мою сторону, походу, идет. Как всегда, блин, я выбрал путь туда, куда идет охранник. Отлично. Там какие-то всякие ништяки лежат, я не знаю. Блин. Твою мать, а? Вот как? Вот, блин. Все вообще... Неудобно. Неудобно управление. И я вообще просто криворукий, кривожоп. Ладно, поехали. А. Мы приехали уже. А, бог ты мой. Так, ладно. Сыкунишку этого сейчас мы уроем. Готов. Так, паёк, отлично. Паёк, отлично, сохраняемся. Теперь у нас остался один охранник. В принципе. С ним бы как-нибудь разделаться. А, он все равно, наверное, сюда пойдет, да? Надо дождаться, пока он сюда пойдет.
и, короче, его замочить. Эй, чувак, если его призвать, а погоди, он идет сюда. Так, отлично, поссать пошел. Готов. В принципе, хватает, не знаю, там, двух выстрелов, но, блин, я на всякий случай, короче, нажимаю, чтобы это... Вдруг я там промажу, потому что я не привык к этой фигне, как здесь целиться, короче, и тому подобное. Вот. Так, ладно, здесь у нас что? Закрыто. Ладно. Больше ничего нет, да? Компьютер... не работает, точнее работает, но о, смотри, тут что-то можно взять. Никита, какого-то Никиту взяли. Погоди, это что такое за Никита? Никита, радиоуправляемая ракета, нажмите для выстрела, используйте кнопки направления для управления ракетой. Ого, прикольно. Это супер ракетница. Так, тут закрыто все. Что у нас здесь? Гранаты. Где-то шумовые. Отлично, здесь все залутали. В принципе, можно ехать на второй этаж. Отлично. Сохраняемся. И у меня видос подошел к концу. Вот, дорогие друзья. Второй этаж будем смотреть, искать, лутать, короче, все. Исследовать уже в следующей серии. И кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте. С вами был Валерий.